В общем, короче, происходит вот такой фон. То есть, ну, включена, да, фишка включена, 12-вольтовая. Кнопка выключена. Я, значит, нажимаю на курок. И вот смотрим на вот эти диоды. Вот такая хрень здесь. Такая же хрень здесь. Не знаю, лампы, наверное, вряд ли эти будут светиться. Посмотрим. О, и здесь такая же хрень. Нажимаешь на курок, вся вот эта хрень идет сюда. Подключаем вилку штекерную. Нажимаем. Все нормально. Что это может быть такое, что за фоны? Вставляем ее обратно. И все, видишь, загорается все вот какими-то импульсами, вот такими. Вот она моргает, колесо крутится, и она вот так моргает. Медленнее сделаю. Вот она медленно моргает, то есть как холлы вот эти, что там работает. Здесь, может, он падал, у меня что тут пережало, блин. Да нет, здесь у меня не могла ничего пережать. Здесь все, блин, нормально. Интересно, да, ситуация какая? Что может передавать такое питание? Этим я мерил. Здесь, когда включаешь мотор, ноль показывает цешка. Совсем ноль, ничего, никаких импульсов нету. А вот здесь вот, блин, есть подозрение вот на... Попробую, если крутить вилку. Может, там что? Нет, нет, не пропадает. Я раньше не замечал это дело. Сейчас включу. Здесь включу монитор. И вот она из этого начинает монитор переключать. Вот я нажимаю. Вот они, помехи идут. И вот из этих помех она потом и переключает зеркальную вот эту херню. Переключается дорогой. Она моргает. Ничего. То есть это при том, что у меня сейчас включено, да, то есть что включено, что выключено. Выключаю ее совсем, все. Отрубается и минус. А, плюс преобразователь идет, да? А минус получается через кнопку. Или наоборот, плюс через кнопку идет туда. Преобразователь. Но именно вот эти движения идут генераторные. То есть это мотор. Мотор. То есть из-за него, что ли, что-то? Может, там какая-то изоляция нарушилась?